саней на севере. Ходят рыбаки, но нет кита, но нет кита, но нет кита, не видно. Вот беда, ну вот беда, ну да чего ж обидно. Как-то ночкой черною вышел капитан, там-там-там, и в трубу подзорную ищет он кита. Но нет кита, но нет кита, но нет кита, не видно. Вот беда, ну вот беда, ну да чего ж обидно. Нашего выступления мы обязаны центральному округу и лично префекту этого центрального округа Александру Ильичу Музыканскому. Два слова я петь не буду. Большую и очень хорошую работу сделали сегодняшние авторы. Мне кажется, через знакомство с этими их
песнями, через знакомство с их произведениями, очень многие поймут, что кроме ритмов, которые вызывают только ощущения, есть еще и песни, которые вызывают чувства, которые вызывают переживания, которые заставляют думать. Этих песен много. Это песни нашего века. Спасибо. Мы хотим поблагодарить вас и вручить вам итоги наших трудов, кассету и книгу. Спасибо. Фрегату по проливу Каттегату ветер никогда не заполощет паруса. А в проливе Скагераки волны, скалы, буераки и чудовищные раки. Просто дыбом волоса потрясающие раки. Просто дыбом волоса. А в проливе Лаперуза есть огромная медуза. Капитаны, помню, сколько было с ней возни. На дальней амазонке, на прекрасной амазонке есть такие амазонки. Просто черт меня возьми. Есть такие амазонки. Просто черт меня возьми. Хочется кому-то маринованного спрута, значит ждет его Калькутта или Порт-Бордо. А бутылку Эль-Мадеры, что ценой в один крузеро, кроме Рио-де-Жанейро, не найдет нигде никто, кроме Рио-де-Жанейро, не найдет нигде никто. Скажет вам любой бродяга, что такого капитана больше нету на земле. Что такого капитана больше нету на земле. Па-да-да-па-да-ба, па-да-да-па-да-ба, па-да-да-па-да-ба-да. Вы, наверное, уже догадались, что сегодня у нас двойной праздник. Вышел в свет второй диск, часть вторая песни нашего века, и вышла в свет книга одновременно с этим вторым диском. Книга, надо сказать, потрясающая, песни нашего века. Тот, кто уже держал ее в руках, тот мог убедиться в том, что это настоящий шедевр, просто произведение искусства. И я хочу пригласить на сцену составителей этой книги и ответственных редакторов этой книги. Георгия Васильева и Сергея Сысуева. И оформителя. Вот они со своим сокровищем идут сюда. Цель нашего проекта состояла как раз в том, чтобы доказать, что у нас есть песни на хорошем, современном русском языке, которые известны, любимы и поются хором, которые достойны того, чтобы их знал каждый культурный человек. У нас есть песни, которые всех нас объединяют. И я вот сейчас, уже глядя немножечко со стороны на то, что происходит на сцене, понимаю, что да, у нас есть эти песни, и что, наверное, проект этот достиг цели. Что касается этой книжки, то вот первый диск сохранен вот в таком вот виде. Я хочу склонить голову, пожать руку Сергею Сысуеву. Он совершил трудовой и художественный подвиг. В этой книге около
3000 фотографий, которые он лично собрал, отобрал, выверил. Как проект становится народным, так и книга стала народной. То есть помогали все, от юных художников, чьи картины вы видите на сцене, до маститых фотографов. Причем вся эта помощь была безвозмездной, с открытой душой, и у меня просто нет слов. Замечательные дизайнеры Дмитрий Гамзяков, Кирилл Поспелов сделали эту книгу. Хочется, чтобы этот проект не прекращался. Поэтому у меня большое предложение, чтобы вы меня поддержали к участникам проекта. Не останавливайте проект. Два диска и одна книга – это мало. У нас вообще традиция. Мы в каждом диске одну детскую песню обязательно вставляем. Есть одна песенка, действительно народная детская песенка, которая написана Виктором Семеновичем Берковским на шотландские народные стихи. Он такую шотландскую народную музыку сочинил. И уже много лет с легкой руки Сергея Никитина эту песню поют хором все в зале. И эту традицию мы сейчас попробуем повторить. Вы уговорили Георгия Леонардовича остаться на сцене. Очень простая песенка. Называется она «Спляшем, Пегги, спляшем». И именно эти слова вы должны петь вместе с нами. И... Пегги жил и веселый гусь, он знал все песни наизусть. Ах, да чего ж веселый гусь, спляшем, Пегги, спляшем. Ах, да чего ж веселый гусь, спляшем. Минуточка, минуточка, минуточка. По-моему, зрители поет только Василий. Минуточка, минуточка. Мы с вами договорились, что это игра. Мы должны быть честными в игре. Мы поем, и вы поете. Поете громко. Дайте, пожалуйста, полный свет в зале, чтобы было видно тех, кто не поет. Так, давайте так, на честность. Громко. И все сначала. В Пегги жил веселый гусь, он знал все песни наизусть. Ах, да чего ж веселый гусь. Ах, да чего ж веселый гусь, спляшем, Пегги, спляшем. Слабовато. Но уже лучше. У Пегги жил смешной щенок, он танцевать под дудку мог. Ах, да чего ж смешной щенок, спляшем, Пегги, спляшем. Мужики не поют. Ах, да чего ж смешной щенок, спляшем, Пегги. Давай сейчас проверим все-таки, кто у нас общественно активен более. Первое «Спляшем, Пегги, спляшем» поют представительницы прекрасной половины человечества. Как говорится, все за хакамадой. А второе поют все остальные. У Пегги старый жил козел, он бородой дорожки мел. Ах, да чего ж умен козел. Спляшем, Пегги, спляшем. Ах, да чего ж умен козел. Спляшем, Пегги, спляшем. Вот, вот когда даже мужики распелись, слова кончились. Но вообще у нас народ, знаете, как никогда не теряет присутствие духа. Во все времена сочинялись масса куплетов, десятки, может быть, даже сотни. И все это приходило к нам сюда на сцену. В прежние времена было даже страшно читать записку. Открываешь записку, а там написано: «У Пегги жил веселый грач, он по профессии стукач». Но наш призыв не остался, не прошел даром, и вчера народ написал замечательные всякие частушки, куплеты. Я попытаюсь вам одну пропеть вот сейчас.